Всем привет! Мы, а также многие профессиональные заточники, часто повторяем, что при заточке ножа не нужно прикладывать большого усилия. Сегодня мы проведем эксперимент, какие усилия прикладываются при трех работах – обдирка, заточка и финиширование. Забегая вперед, я скажу, что при обдирочных работах допускается небольшое давление. Но что бывает, когда вы начинаете давить на нож? Режущая кромка начинает отходить от абразивного камня, тем самым вы работаете больше по подводу, а не по режущей кромке. Поэтому при самой заточке и особенно при финишной доводке ножа не допускается давление на режущую кромку. Сейчас мы установили точилку профиль на весы и обнулили. Для примера мы взяли нож и установили алмазный камень с трехслойным напылением. Произведем замер обдирочных работ. Какие усилия здесь прилагаются? Опять же повторюсь, что здесь давление допустимо. Даже если у нас режущая кромка начнет немножко отходить от нашего камня, мы это исправим в последующих операциях. Обратите внимание, что весы не самое лучшее место, куда стоит ставить точилку, но иначе вам не показать, какое давление прикладывается при заточке. Как вы видите, сейчас давление не превышает 1,8 кг, то есть в среднем это 1,5 кг при обдирке. То, что вы видите, сейчас точилка шатается, это на самом деле она качается вместе с весами, потому что весы довольно-таки неустойчиво стоят на столе. Сейчас давайте замерим прикладываемые усилия при основной заточке ножа. Как вы видите, значение в среднем не превышает 1 кг. На финишном этапе очень важно избавиться от заусенца, а для этого необходимо минимизировать давление на абразивный камень. И финальные движения для снятия заусенца. Как вы видели, показания не превышают 400 грамм. Как вы видите, чтобы достичь превосходного результата, не требуется прикладывать больших усилий. Если вам интересно, хотите видеть больше экспериментов с точилкой профиль, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наш канал.